Всем привет, с вами BroGamer. В этом видеоролике хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень тесным приложением и называется оно Cherish Music. Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне действительно будет очень приятно. Ну а мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный и разобраться в нем проще простого. То есть тут есть довольно-таки много разделов, то есть лучшие песни из музыкальных видео на сайте. В общем, можете зайти посмотреть, тут довольно-таки много разных, то есть вот треков. Конечно же, можете и добавить их в избранное, если вам также это будет нужно. То есть, так скажем, пролайкать их далее, то есть вот. Тут можно как бы даже посмотреть радио, послушать, так скажем. То есть вот есть жанры определенные, свои рейтинги топов и так далее. То есть много всего интересного вы можете посмотреть. Вот, тут есть довольно-таки много разных радиостанций. Можете, конечно, подключаться к ним и так далее. Изменить самое крутое, что можно для меня сделать тут, это изменить тему. Допустим, тема, если вам дефолтно не нравится, вы, соответственно, можете ее изменить на ту, которая вам действительно понравится. Впрочем, это приложением пользоваться не так сложно, я бы сказал, даже очень легко, и трудностей в его использовании особо-таки и нет. То есть вот, если же у вас будут какие-то дополнительные вопросы по поводу использования этого приложения, то просто напишите в комментариях под этим видеороликом, либо же просто напишите мне во ВКонтакте. То есть вот, во ВКонтакте писать не рекомендую, потому что я могу вам не ответить, очень много человек в последнее время пишут. То есть вот. Лучше пишите в комментариях. Ну а на этом бы хотел сказать спасибо каждому человеку, который досмотрел видеоролик до самого конца. Мне довольно-таки, конечно же, вы меня этим мотивируете, что вы меня поддерживаете подписками, лайками, то есть вот. Ну а на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне также будет очень приятно. Это максимально, что вы можете делать для того, чтобы мне было приятно. То есть вот. Ну, а на этом все, с вами был ProGamer, всем до новых встреч, друзья, увидимся в следующем видеоролике, всем пока!